отдают в хорошие руки. Щенят. Щенят. 2, 4, 6. 6 щеночка отдают в хорошие руки. Возле Джемини. Пьют водичку. Ой, боже мой. Сейчас и вам будет. Сейчас и вам. Да, да, пить хотят. Сейчас и вам будет. Пьют, пьют. На улице жарко, пить хотят. Один рыженький. Один рыженький, все черненькие. Ой, маленький. Ой, все выпили. Все выпили. Точно? Мы же тут были с кошками. А с кошками туда дальше были. Где? Тот следующий квартал, кажется, стояли. Возле Александрии. Сегодня? Нет, сегодня нет, я только вышла. Ой, бедный, как они пьют. Да, да, пьют водичку. Ну, они не, девочки кормят. А воду что я бы им не даю? Вот водичка, вот пьют. Ой, нет. А есть еще вода? Ну есть, вот можно же зайти водичку набрать в туалете. Джемми. И сколько одна стоит? Отдают хорошие руки. Нет, да? Так меня, вроде бы, да? Я у слышала. У меня две кошки родили 11. Тянется ко мне. Ай, ты какой хороший. Какие они все хорошенькие. Возле Джемини девочки тут. Каждый день, да? Вы каждый день? Угу. Каждый день. Никто их не выгоняет. Ну что, я спросила, выгоняют? Нет, не выгоняют. У них есть разрешение. Никто не выгоняет их. Так что кому дают бесплатно, кому дают в хорошие руки. Ай, лопатуськи. Приходите, кому надо. А, ты такой хороший. Жарко ему. Жарко. Ой, ой, ой. Ой, лопатулька. Ой, ты лопатулька. Ты лопатулька. Ты лопатулька. Лопатулька. Жарко ему. Спасибо.